Мир рушился, и я бредил. Прочь оттуда. Есть здесь кто-нибудь? Макс. Чего ты так боишься? Чего ты от меня хочешь? У меня в голове было пусто. Дырка от пули вместо всех ответов. Возможно, я не хотел ничего знать. Я хотел разбить себе череп и вырвать оттуда боль. Пейна я уберу. Считайте, он труп. Полиция Нью-Йорка. Не с места. Нашел его. Она одна из них. Она здесь, чтобы убить меня. Назад, Пейн! Уинтерсон! Их черный фургон увез меня из города. Пейзаж был красив до тошноты. Похоже, летний день. Капли дождя... Пейн! Никуда ты отсюда не уйдешь. Что случилось? Это твоих рук дело. Отдел внутренних расследований дышит мне в затылок. Это ты? Ты убил ее? Нет, я не могу. Твою мать! Это что? Они приходили за мной. Это моя вина. От прошлого не убежишь. Будешь только бегать по кругу. Пока не упадешь в ту самую пропасть, из которой пытался выбраться, только на этот раз она будет еще глубже. Я пытался убежать от прошлого. Перечеркнуть его. Уинтерсон была мертва, а я стал убийцей. Я жаждал понести на...
Дайте подкрепление. Они вооружены, и, возможно, есть заложники. Вас поняла. Подкрепление высылаю. Я иду внутрь. С прошлым я ничего сделать не мог, поэтому просто следил за дорогой, не глядя в зеркало заднего вида на жертв. Я решал мелкие проблемы, расследовал преступления других людей. Полиция! Эй, полегче, полегче. Я тут просто убираюсь. Все по закону, честное слово. Я работаю на фирму «Чистка до блеска». Ты не слышал сейчас ничего подозрительного? Вроде нет. А, стойте! Вы имеете в виду сверху, из оружейной мастерской? Отведи меня туда, живо. Конечно, если вы так этого хотите. Знаете, клевая у вас копов работа. Все, что от вас надо, прибыть на место преступления, немного осмотреться, убирать всю грязь, мозги, кишки и дерьмо приходится нам. Я детектив. А, тогда вы понимаете, о чем я. Вам достается всеобщее уважение, а нам что? Точно. Ну да, вы понимаете, о чем я. После вас, детектив. Одежда преступника не сбила меня с толку. Он хотел завести меня в ловушку. Тебе не... Преступники переоделись в уборщиков. Вот что это такое. Мы пытаемся навести здесь порядок. Разберутся с этой Джеки Браун, мы сваливаем. Ладно, тогда я соберу ребят и посмотрю, что мы... На вид это было похоже на оружейный склад, только обчищенный.
на автоответчике было сообщение. Хватит трепаться, кончай с ней. Эй, на нас же напала эта шпана. Вы их перебили. У меня нет к вам претензий. Слушайте, я работаю на Владимира. Ни на кого ты, крошка, не работаешь. Что вам нужно? Мы можем... Полиция, бросить оружие! Пришей ее! О, нет! Как и все плохие события в моей жизни... Это началось со смерти женщины. И я не мог ее спасти. За ним, не дай ему уйти! Сдохни!
Ну давай, давай. Наконец-то. Эй! Мона? Макс, нам пора перестать встречаться таким образом. Мона. Если ты думаешь, что тебе ничто не грозит, это просто самообман. В лучшем случае, ты просто умер. Молния может оживить тебя без предупреждения. Подкрепление прибыло, но уборщики уже удирали со всех ног. Езжай, Кауфман, езжай! Макс! Ты в порядке? В порядке, черт подери. Слушай, мы все-таки вместе работаем. Плохо работаешь, Пейн. Ее убили у тебя под носом. Халатность, вот что это такое. Я поехал к Владу узнать, что он скажет. Влад! Макс! Сос! Тут плохие парни с большими пушками. Меня окружили в холле. Мне нужна помощь. И чем быстрее, тем лучше. Нужно было как-то добраться до Влада. Я не мог ждать. Дело начало выходить из-под контроля. Я вошел через заднюю дверь. Из углов вставали воспоминания о первом визите сюда. Под свежей краской чувствовался запах плесени. Дамы и господа, позвольте представить вам Макса Пейна. Он первый в Нью-Йорке по количеству убитых преступников. Дорогие гости, приготовьтесь умереть. Макс, я бы с удовольствием вышел встретить тебя, но я сейчас немного занят. Я прячусь под столом от пуль. Кто-то разговаривал по другой линии. Крошка, не волнуйся. Я выкручусь, как обычно. Когда это я не выкручивался? И тут Макс. Ты же знаешь Макса. Я тебе позвоню потом. Я люблю тебя, крошка.
Влад настоящий джентльмен. Успокаивал свою подружку. Ясное дело, не Энни. Влад, заткнись и оставайся в живых. Я уже иду. Макс, слышали его? Он идет за вами. Макс, эти умники стреляют из рук вон плохо. У тебя не будет с ними никаких проблем. Макс Пейн? Боюсь, что да. Макс, это я, Майк, друг Владимира. Шериф, не хочешь сделать меня своим помощником? Пойдем вытащим твоего босса, пока он нас до смерти не уболтал. В атаку! Они сами напросились. Ты просто иди по следу. Господи, боже мой, апокалипсис сегодня. Здесь серьезные стволы. Потише, потише. Просто забирай все, что... Они... Я на стороне закона! Уинтерсон ухитрилась бы сделать это красиво и аккуратно. Логика подсказывала, что подкрепление уже должно быть в пути. Кто-то наверняка слышал выстрелы. Логика, как обычно, лгала. Достанем. Давай наверх! Челюсть за зуб. Вот как надо это делать. Они вырубают одного из нас, мы вышибаем их всех. Что тут можно сделать? Босс у нас Винни, а он больше занят своими игрушками. Что за...
ногой. Не мог дольше держаться. Может быть, уже было слишком поздно.